Ребята, всем привет! Девчонки, сегодня у нас челлендж 24 часа. Вы будете друг для друга выбирать продукты. По цвету, девчонки. Сегодня у нас два цвета. Розовый цвет. Ну, а я так уж и быть, я желтый выберу. С чего ты решила? Потому что я хочу розовый. Да, великий. А кстати, а у Миланы, смотрите, такой, ну, ближе к желтому цвету с сиреневым такими. Короче говоря, давайте мы будем крутить рулеточку. Я кто начинает? Я приготовила рулетку. Ну, крутить. Давайте, Милана. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал и, конечно же, поддерживайте девчонок лайками. И мы сейчас узнаем, что же за цвет сегодня достанется Милане. Нет. Желтый. Мой розовый. Розовый! Миланка, у тебя розовый цвет, но у Лики желтый цвет. Девчонки, не забудьте, мы сегодня будем покупать друг для друга. То есть Миланка выбирает для Лики все желтого цвета. А я все розового, но для Миланы. Лик, ну а что ты так расстроилась? Желтый цвет тоже красивый. Мне кстати, почему? Мой самый любимый цвет желтый, между прочим. Ладно, ребята, все, погнали в магазин. А мы сиренью золотой. Пока! Ага, погнали в торговый центр. Я Миланке возьму вот такой вот розовый слайм. А он, смотри, еще хрустящий слайм. Да. Слушайте, вообще классно. Миланка обожает слаймы. Вот такой вот. И он розовенький, смотрите. А вот еще какой-то, смотри. Ой, аккуратно, аккуратно. А, нет, это прозрачный. О, нет, это белый. А, да, белый. Это белый. Туда. Просто розовая упаковка, думала, что... Не, давай вот так. Он это такой же, как у тебя. А какой? Точно лучше, такой. Подожди. Давай вот это же. В общем, такой вот розовый слайм. Держи. Давай. Ой, мам, жёстенько, такое подойдет. Ну, давай возьмем, смотрите, ребята, желтая упаковочка и шоколад. Здесь написано белый, но мы уже такой брали. Он такой молочный шоколад, не прям белый. В общем, дома откроем, посмотрим. Цельный лесной орех и хлопья. Кстати, шоколад нереально вкусный. Клади, Миланка. Это для Лики, да? Миланка берет для Лики желтого цвета, а Лика берет для Миланы розовый цвет. Столик. Смотрите. Это считается розовым. Это готовый завтрак. Да. Ну, конечно, и здесь розовый. Вот еще розовые есть колечки. Ух ты. А еще наклейка. Ой, наклейка. Упс. Внутри. Что, единорог куда-то убегает Лики. Слушай, конечно, берем Милане, да? Да. Вообще круто. Мам, давай Лика вот это возьмем. Мармеладик, смотрите, он внутри вроде сорти, как бы, да, но он в основном желтого цвета и упаковочка желтого. Это фрумеладки и фруктовый микс. Кладите лежечку для Лики желтого цвета. Девчонки, вы решили постельное белье купить? Посмотреть хотя бы. Может быть, найдем что-нибудь. А знаете, есть еще, ну что-то я не вижу здесь таких подушек. Бывают подушки с пайетками. Прикольные были. Желтые, розовые. Ну, типа как у нас есть розовые. Но здесь нет ничего интересного. Пойдем дальше. Я нашла вот такие шарики и вот такой шампунь. Ух ты, смотрите, шарики. Это что, с смайликами или да. Просто такие желтые не шарики? Не, с смайликами тебе покажу. Тут видите, такое шарики. Вау, прикольные, желтого цвета, смотрите. Вот упаковочка красненькая, а сами шарики желтенькие. То, а что вот нам и надо, да? Да. И Миланка еще такой, смотрите, смузи-шампунь желтого цвета. Я думаю, Лика заценит нашу покупочку. Манго. Мам, я придумала, иди за мной. За тобой? Ну, пойдем. А что ты, Миланка, хочешь? А? Можно чипсы и кофе. Чипсы? Чипсы здесь. Милан, он не желтый. Пойдем газировку посмотрим, желтую. Милан, а ты это не сюда... О, смотрите, что Миланка увидела. Желтого цвета фанта. Это, по-моему, груша, да, это груша, желтая фанта. Класс, да, заценит Лика. Пойдем класть тележку. Ну что, ребята, я нашла Милане. Ты чего? Что? Надеюсь, это шутка? Шутка, да? А что такое? Ничего. Милан, представляешь, Лика хотела тебе для котиков купить, но она пошутила, сказала. А вот это я вот уже... я правда хочу милочки взять. О, Милан, смотри, это косметика розовая. И там, смотри, есть тени даже розового цвета. Детская декоративная косметика. Магия вкуса. А почему вкуса? Не это знаю, что, потому съедобно? Что вкуса, наверное. Круто, пойдем класть тележку. Нет, Милан, это Лика пошутила. Я возьму, милашки, вот такие вот сухарики.
в розовой упаковочке. Клади. С ветчиной, с сыром. Да, еще возьму миланки чипсы. Чипсы? Так, я миланки возьму вот такие вот чипсы краб. Розовая упаковка? Розовая. Только чипсы-то не розовые. Так, а вот Милана, упаковка. Смотри, тебе взяла желтый чипс, еще и желтая упаковочка. Ну классно, да. Молодец, Миланка. Давай пятюню. Нет, они просто Ава, солью. Солью. У нас сегодня желтая против розового. Милана, Милана, ты вообще видела, что Лика тебе взяла? Так, это Ликин для Лики. Ты видела, смотри, какой готовый завтрак, колечки, розовая упаковка. И там даже есть розовые сами колечки. Милан, как ты думаешь, это что? Слизь, слайм. Это слизь, да? Да, слайм. Это слайм, Милан. А еще я взяла и возьму розовую кашу. Она же любит у нас кашку. Ничего себе, смотрите, это каша Мана, розовый фламинго. Сама каша розового цвета. Сегодня обязательно Миланке сделаем. Милана, кстати, любит кашки. На вот ужин и посмотрим. Кушает. Это что с ягодками? Да. Здесь, наверное, малинка, да? Нет, это, скорее всего, голубика. Голубика? А давайте посмотрим. Или мне прям стало смородина. Интересно. А, с черникой. А, никто не угадал. Ну, каша, в общем, розовая, розовая фламинго. Класс, пойдем. Такое было розовенькое, еще была вот эта мечта единорога, помнишь, розовое? Смотрите, Миланка для Лики выбрала вот такой вот желтый десерт, ваниль. Это вкусняшка со сливочным муссом. Да, желтого цвета, Милан, молодец. Я хотела милашки тоже, нет. Нет розового, да? Шоколадный есть, а розового нет. Ну ничего страшного, пойдем. А пойдем карамельный вместо розового нет. Пойдем другого возьмем что-нибудь. Пойдем. Один наш отелишка. Слушай, Милан, я тебе еще, знаешь, что предлагаю Лике взять? Смотри, вот это, да, правильно. Тот же, да, смотрите, желтенькие такие, видите? Шарики. Шарики, да. А я розовый возьму. Точно, класс. Не, Милаш, это не это с лимоном, но это будет не желтый 100%. Все, кладите в тележечку. Вау, класс. Все, розовое против желтого. Розовый клубничный коктейль. Клубничное мороженое. Берем. Милан, побежали, мороженое. Милашка, это не желтое. Это будет не желтое. Клади. Пойдем, пойдем мороженое желтое найдем. Пойдем? Пойдем. Клади. Угу. Побежали мороженое. Вот первое. О, точно. Это манго. Это желтое мороженое. Мы его брали. Он прям такой желтого цвета. Тропический десерт с кусочками манго. Лика, ты представляешь, что Милана тебе выбрала? Я люблю очень манго. Мы брали желтого цвета. Миланка, пойдем быстрее. Пап, мы выбрали уже мороженое. Смотри, о, желтое манго. Быстро вы, молодцы. Молодцы. Смотрите, радужное. Надо будет нам снять челлендж. Радужное, да. Не, Милаш, там непонятно нам. Все то розовое, то желтое. О, Лик, смотри. А, ну это, наверное, не розовое будет, да, мороженое? Не, мороженое я в Миланке брать не буду. Почему? О, нет, я такого. Какое? Смотри, какая акция. Ух ты! А что это? Голландская клубника? Ух ты! Розовое мороженое. А еще есть это... Ой, может такой чизкейк взять? Ну не розовый. Он будет розовый, клубничный тоже. Точно? Да. Нет, я вот такой возьму. Точно? Да. Ладно, давай. Ребята, а я подумала, ой, что вообще? Это орешки. Нет, Милан, желтое не будет. Мы с тобой взяли желтое именно мороженое. А Лика тебе взяла вот такое вот, розовое. А что вы тут делаете? А что это такое? Это конфета с фруктовым вкусом. Блистер с дозатором. Что-то как-то, Милашка, не по цвету. Не то, не сё. Там есть и желтый есть. Желтенький, кстати, да, есть желтенький, да. Есть еще вот такие вот тоже. Нет, большую возьмем пачку, да? Да, пойдем туда. Все? Так, Лика, что там? Ой, желтенькая, да. Это, смотрите, вот такой вот леденец желтый. И он кислый. Чупа-чупс, типа чупа-чупс. Да, такой. И немножко даже шипит, а, Милан? Да. Умничка. Вообще молодец. Мам, давай Лики вот такие конфетки возьмем. Смотрите, ой, смотрите, Лик, ты нам не хочешь такие конфетки взять? Я хочу немножко такой зефирчик есть. А вообще давай такие конфеты возьмем. Смотрите, надо же, смотрите, розовые конфетки. Мы, кстати, такие не пробовали. Часто берем такие конфеты этой фирмы, но
Лика, ты знаешь, что это с базиликом, клубникой, базилик? Ничего себе. А у Миланы, Миланка, смотри, тебе берет лимон и груша. Офигеть, вкусно. Миланка, сейчас я тебе пакетик дам. Так, я думаю, пакет у нас есть. Я не знаю, смотри сама. Пакет. Откроешь сама? Так, вот с этой вижу. Стороны, подожди. Клика взвешивать пошла. Открывай. О, молодец. Давай я тебе помогу, ты держи. Ребят, конфеты, наверное, будут очень вкусные. Ой. Оп. Класс. Давай еще возьмем. Вау, круто. Пойдем взвесим. Так, нам надо 30 номер. Пойдем. 30 номер. Я тебе помогу. Не, давай вот так вот. Давай. Оп. Ага. Ты умничка. А, вот 30. Оп. Клей сюда. Клей. Оп. Молодец, пойдем. Девчонки, а здесь что нам надо? А я вот смотрю, что можно Миланочке взять. О, Миланка хочет Лике взять кукурузные палочки. Они желтые. Молодец, Милана. Иди клади в тележечку. Лика тоже, я смотрю, Милане высматривает, да? Что-то клади, Милан. Я не вижу розового здесь. Розово, мам, ты видишь что-то розовое? Помогай. Если честно, я не вижу. Я ничего не вижу розового. Ну, наверное, хватит. Смотрите, у нас... Милан, Лика говорит, хватит. Ты считаешь, все? Справились с заданием? Я считаю, что хватит. Мы много набрали всего вкусного. Смотрите. Ой, давайте разберем. У нас, девчонки, тут вообще бардак. В общем, смотрите, желтая. Миланка взяла для Лики шоколад, мороженое, манго. Мы брали мороженое нереально вкусное. Кукурузные палочки, давай так. Даже Миланка шарики нашла. Ничего воздушные, себе. Лика. Фанта. Ты любишь же Фанта? Фанта люблю, груша. Потом Миланка взяла вот такие вот конфетки, груша и лимон. Лик. Чипа-чипс. Такой с кислинкой, помнишь? Она еще взрывающая карамель. Да, шипучка там такая. Потом Миланка взяла Лике мармелад. Желтая упаковка, еще сами мармелашки желтого цвета. Конечно же... Йогурт. Творожок, йогурт, да, с желтыми шариками. Что о, это такое? О, Миланка, да, забыла. Взяла Лики еще ММДенсики. Там же есть и желтенькие, с арахисом. Да. Ликин любимый десерт. А, я его обожаю. Чипсы. Чипсы и, по-моему, и, все. Нет, и вот шампунь, что это, гель? Да, это шампунь, Лика, тоже манго. Ты же любишь манго. Наверное. Кстати, а ну-ка понюхай, открою. Я думаю, будет пахнуть вкусно. Да? Вот реально манго. Да? Да. Вкусняшка. Приятным, вкусным, таким сладким, да, ароматом. Ага. Так. Милан, у нас такие правила в этот раз. Победила ты 100%. Почему? У тебя больше всего. Но Лика оказалась довольна, что ты победила. Почему? Потому что всего много набрали. Итак, Лика для Миланки взяла чипсы в розовой упаковке со вкусом краба, розовые конфетки, клубника, папа, представляешь, и базилик. Оу. Милана, не пробовала. Посмотри, каша манго, розовая. Розовый фламинго. Там ягодки, да, черника. Мы Милана давно... сразу поняла, что черника. Милане, по-моему, это больше всего понравилось. Милана, розовое мороженое. Это мороженое. Чизкейк, да, чизкейк. Милан, мы тоже будем довольны. Клубничный чизкейк. Клубничный. Мила, посмотри, слайм какой. С хрустященькими тут шариками. Дома пожмякаем. Также Миланке Лика нашла вот такой вот десерт, коктейль кисломолочный, клубничное мороженое. Мило, ну это же вообще красота. Это самое, готовый, мне кажется, завтра. Крутое. Посмотри, ты же любишь такие. О, там наклеечка еще дать. Там еще наклеечка внутри будет. Класс? Да. Что еще? В розовой упаковочке кириешки ветчина с сыром, йогурт. Зефир, йогурт. Нет, Лика, еще детский набор косметики. А, ты не сказала, ты не нет. Ну что, ребята, пишите, кто у нас сегодня... Побеждает розовый или... Желтый. А мы погнали на кассу, и дома будем все это пробовать. Да, ничья. Ты думаешь? Не знаю, ребята пусть голосуют и пишут. Мне интересно отварить вот эту кашу, посмотреть, неужели она прям такая вот розовая была. Ну, наверное, да. Круто. Мы показываем. Хорошо, погнали. Ну что, для начала я хочу попробовать лично конфетку. Я такую конфету еще не пробовала, вкус такой. А, Миланка. Груша и лимон. Миланка, пробуй тоже конфету, а у Миланы тоже клубника и базилик. Необычный вкус. На самом деле, такие вкусы мы еще не пробовали, именно этих конфет. Ой, у Лики, прям смотрите, прям желтая начинка. Здесь прям груша. А у Миланки тоже, смотрите, розовая начинка прям, тоже. Прям груша. Милан, как тебе конфета?
Хорош, да. Хорошо, Милана, в общем, хочет быстрее открыть вот этот гигантский слайм. Ну, а я пудинг. А, у Лики желтый пудинг. Давай, Милана, я тебе помогу. Смотрите, какой красивый слайм. Сейчас мы его откроем. Опс. Так, Милан, подожди, надо принести мисочку. Ликуль, принеси нам прозрачную миску. Милан, мы сейчас с тобой достанем. Подожди, Милана уже, смотрите, туда руки опустила в этот слайм. Вау! И сейчас, Милана, мы с тобой его достанем. Милана уже, смотрите, достала. Давай, это Милана. Это как пенопластовые шарики. Да, вообще. Нет, ему нужно вот так, смотри. Нет. Прям выдавить, да? Да. Думаешь, получится? А мне кажется, рукой именно надо подоставать. Ну вот я тебя вот так удавлю, а ты доставай. Тащи. Давай. Ой, смотрите, какой красивый розовый цвет. Ну, надо, доставай. Доставай, Миланка. Ух ты. Там еще есть. Ой, там еще много, Милана, да. Лика, как тебе пудинг твой желтого цвета? Вкусно? Но клубничный я люблю больше. Клубничный, да, вкуснее? Я тоже. Вау. Ух ты. Ой, это много. Там еще много, давай, реально. Помогите, давай. Давай, Милана, Лика, может, Лике руки подлиннее? А ты пока наслаждайся. Смотрите, какой красивый, нереальный цвет розовый. Ой, здесь такой розовый. Ой, он как жемчужный. Да. С этими шариками, да? Милан, круто? Он липит. Он на самом деле очень хорошо отходит. Да. Кстати, очень. Липнет. Смотрите. Угу. И липнет. 200 грамм, смотрите, здесь слайма. Класс, Милан. Вау. Такой антистрессик. А еще мне нравится, что пенопластовые шарики здесь разных размеров. Да. Такие совсем малепусенькие и побольше. Это снег. Снег. Это такой же сейчас. Я сейчас хочу достать пенопластовый. Слушайте, ну он классный вообще. И он особо, Мила, не липнет прям так к рукам. Ой. Ну это вообще круто. И что, Лика, получается? Да. Ого, ребята, смотрите, какой гигантский слайм. Ничего себе. Подожди. Давай. За низ бери. Давай. Ничего себе! Но цвет шикарный на самом деле. Очень, да, красивый, ярко-розовый. И он реально хрустит. Чего себе комочек. Ой, еще. Сейчас попробуем сделать эту розочку. Ничего себе, будет розочка гигантская. Так. Да, мы раньше делали часто с вами. Ой, посмотрите, какая красивая получилась розочка. Подожди. Необычная. Ребята, пишите, хотите ли вы, чтобы мы сняли какой-нибудь челлендж со слаймами? Где девчонки устроят битву, может быть, со слаймами. А ну-ка, подожди, дай. Например, слайм против... Ого, мира. Класс! Лика, ты что сделала? Давай спасай конфеты быстро. Конфеты. Хорошо, не в йогурт подсветы. Все, конфеты. Хорошо, что Лика убрала пудинг свой желтый подальше. Потому что сейчас бы, если бы слайм попал вот сюда, в пудинг, то все, слайму да. Было бы, наверное, до конец, конечно. Сейчас Лика спасет конфеты. Мама, ты мне сделаешь... розовую кашу на ужин. О, конечно, сделаю, Миланка. Да, мы потом обязательно вместе с ребятами сделаем кашу розовую. И попробуем, вкусная она или нет. Ну, а пока девчонки играют со слаймом. Ну что, мы сейчас будем с Ликой готовить вот такую вот для Миланы кашу. Манная каша, каша розовых фламинго. Тут написано, что вот это все содержимое, то есть 100 грамм манной каши, здесь 100 грамм, нужно высыпать в кипящую или воду, или молоко, добавить немного сахара, соль, сливочное масло по вкусу и варить 3 минутки. Лика сейчас открывает. Так, у нас здесь варится
кипит, точнее, молочко. Ручкой. И постоянно помешиваю. Мешай. Смотрите, видите, что сейчас будет розовая 100% кашка. Ого. Смотрите. Ой, какой аромат шикарный. Ой, какой шикарный аромат. Ребята, мне кажется, тут даже сахар не надо. Сладким пахнет. Ягодами. Чувствуешь ли? Да. Короче, варим Милане розовую кашу. Ну, она же сегодня розовая. Слушайте, аромат стоит невероятный. Аромат лета. Ну, цвет будет прям яркий-яркий. Да. Так-так-так. Ребята, она чуть не выкипела, представляете? Она чуть не выкипела молоко. Так. Только добавляю. Так, ты мешай. Ничего себе, розовая каша. Я так очень не видела. Это круто вообще. Вау. Так, и теперь нам нужно добавить немного сахара. И 3 минутки варим, а потом будем Милану кормить. Ребят, в общем, мы знаете, что сделали? Мы взбили кашу блендером. Видите, тут ягоды получаются как бы взбитые, мелкие, измельченные получились. И каша немножко стала такая не прям розовая, хотя красивый розовый цвет, но немного такой добавился фиолетовый за счет ягод взбитых, черники взбитой. И немножко каша окрасилась таким сиреневым цветом. В общем, такая между розовым и сиреневым. Ну что, Лика, зови Миланку. Милка! Иди кушать. Смотри, твоя каша розовая, готова, розовый фламинго. Смотри, какая красивая кашка. Попробуй. Пахнет? Пахнет обычной. Обычно? А мне кажется, ягодками. Милаш, подожди, она еще горячая. Мы тебе сказали. Моя губка. Подожди. Ну что, девчонки. На этом наше видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.